Приветствую вас. Сегодня мы снова встречаемся. И тема сегодняшней встречи будет здоровье. Вот для того, чтобы начался процесс выздоровления или восстановления здоровья, чтобы этот процесс пошел хорошо, успешно, быстро, эффективно, мощно, надо прежде всего задать себе вопрос. Интересное начало, да? Вопрос такой: на что я сейчас настроен? Вот на что саккумулированы все мои силы? Канал называется «Психическая сила и духовность». Вот на что настроена вся моя психическая сила? Она настроена? Такой ответ, да? На то, чтобы воссоздалось здоровье. Здоровое – все то, что должно стать здоровым. И, может быть, конкретно можно перечислить то, что особенно актуально, то есть то, о чем каждый знает, зная о своем здоровье. Я настроена, так может сказать кто-то, на то, чтобы восстановилось здоровье, воссоздалось здоровье дыхательной системы. Бронхи, легкие, плевра, трахеи. Все то, что отвечает за циркуляцию воздуха, кислорода, углекислого газа и так далее. За правильную работу входа-выхода воздуха легко, свободно, просторно. Дыхательная система отвечает за очень и, может, едва ли не за самое важное – обеспечение тканей кислородом. Дыхание – это жизнь. Задача – воссоздать здоровье дыхательной системы. И на это настрой. Вся психическая сила сейчас ответила на вопрос. Я настроена на то, чтобы прямо сейчас началось воссоздание, восстановление всего того в дыхательной системе, что является хорошим, воссоздается, правится, ставится все так, чтобы просторность, легкость была в дыхательной системе, в легких, в бронхах, в плевре, в трахеях и в самом процессе. На что еще можно быть настроенным? Прямо сейчас настраиваюсь на то, чтобы воссоздались или восстановились здоровыми суставы, пальцы, большие пальцы ног, суставы в щиколотках, и все, что тут же прилегает. Это кровеносные сосуды, это мышцы, это связки. Все восстанавливается в той норме, которая соответствует идеальному здоровью. Воссоздаются, восстанавливаются в норму, в хорошее состояние, правильное, коленные суставы.
со всем тем, что прилагается. Кровеносные сосуды, которые обеспечивают питание тканей суставов, мышцы, связки, слизистая, нервные окончания. Сами кости восстанавливают их хрящевая ткань, здоровье, норму. Я настроена на том очень серьезно, очень намеренно, чтобы восстановилась норма, правильность в тазобедренных суставах. Тазобедренные суставы становятся в нормальное положение. Соответственно, нормальными, то есть хорошими, кости стоят правильно. Хрящевая ткань хорошая, достаточная для того, чтобы суставы двигались легко и хорошо. Связки, нервные окончания, мышцы входят в норму, то есть в то, что хорошим является, чтобы двигались суставы, ноги легко, легко, хорошо, быстро, подвижно, так, как надо, чтобы было радостно, чтобы можно было двигаться куда угодно, сколько угодно, легко. Легко, комфортно и приятно. Восстанавливается или воссоздается здоровье, и вы можете почувствовать прямо сейчас, что уже начало что-то происходить. Может быть, вы почувствовали что-то в мышцах. Может быть, почувствовалось какое-то движение каких-то энергий внутри тела. Нашим словам, тело подчиняется выполнением тех команд, которые мы даем. Улучшение какое-то есть. Позвоночник воссоздается в здоровье. Значит, сами суставы, хрящевые ткани, связки, мышцы прилегающие, нервные окончания, сам мозговой ствол, кровеносные сосуды. Все, что положено, становится совершенно хорошую форму, хорошее состояние. И это касается и копчика, нижнего отдела позвоночника, среднепоясничного и нижнегрудного, среднегрудного отдела позвоночника. И, кстати, и впереди. Шейного отдела позвоночника, верхнегрудного, шейного отдела позвоночника и даже черепа. Совершенно костная система вся восстанавливает норму, хорошее состояние. То же самое происходит с лопатками, нервные окончания, все, что положено для хорошего комфорта в движении, в пребывании, в жизни. Плечевые суставы становятся правильно. Локтевые они стоят правильно. Все, возможно, стоят правильно. Пальцы, запястья, все прилегающие связки, нервные окончания, кровеносные сосуды, смазочные, хрящевые. Все входит в норму. Восстанавливается норма. Может быть, такая норма, которая была характерна юношеским или молодым годам. Это реально. В данный момент времени можно сказать еще о том, что может помочь этому. Может помочь хороший состав крови, здоровый.
достаточное количество витаминов в организме, достаточное количество микроэлементов в организме, хорошая работа всех гормональных органов, начиная с тех, которые расположены в нашей голове. Гипоталамус, гипофиз, что еще? Шишковидная железа. Что еще? Все железы и надпочечники, и щитовидная железа, и поджелудочная железа, все железы, тимус, все железы организма начинают работать лучше, вырабатывать все то, что положено вырабатывать для самого наилучшего состояния, для того, чтобы восстановление здоровья, восстановление, воссоздание хорошей нормы для комфорта, для радости шло лучше. Улучшается кровообращение хорошего состава крови. Укрепляется сердечная система, сердце. Наполняется силой. Вырабатывается калий, укрепляющий сердечную мышцу. Артерии, вены, капилляры, все кровеносные, то есть несущие кровь, сосуды становятся абсолютно чистыми и здоровыми. Улучшается видение, то есть здоровье глаз. Улучшается слышание, то есть здоровье ушей. Улучшаются голосовые связки. Они укрепляются, они омолаживаются. Десны здоровые. Все обеспечено всеми нужными питательными веществами для идеального здоровья. Зубы крепкие, здоровые, здоровые. Нос дышит очень хорошо, легко, свободно, высоко. Легко, просторно, свободно, высоко. Одна ноздря, другая. Движение воздуха высоко, просторно, одинаково, хорошо. Голосовые связки, значит, и голос набирает силу, звонкость, молодость. То, что нужно для идеального состояния голосовых связок. Лучше, возможно, лучше. А возможно, так же хорошо, как и работали. Работают почки. Здоров, бодр, силен желудок. Вся пищеварительная система, она довольно сложная, но она работает радостно, хорошо, здорово. Кишечник здоров. Пищевод здоров. Желудок, двенадцатиперстная, печень здоровые. Итак, для того, чтобы вот этот настрой, вся психическая сила настроена сейчас на выполнение этих команд. Вернее, на правильную формулировку команд, которые организм начинает выполнять в радости и легко. Настрой сделан, и сейчас можно позволить себе попасть в то самое состояние, в котором наиболее хорошо, приятно и комфортно начинают прямо сейчас начинаться процессы воссоздания здоровья.
Это трансовое состояние. То самое состояние, очень естественное для нас, в котором мы, например, едем в автобусе. Смотрим в окно. То ли есть какие-то мысли, то ли их нет. Мы отдыхаем. Ум отдыхает. Тело расслаблено и отдыхает. Вот для того, чтобы тот настрой, который мы сильно и могуче прочувствовали, мы ответили сами себе на этот вопрос. На что я настроен? На что я настроена? На какие восстановления, в чем улучшение качества работы каждого органа организма, дыхательной системы, сердечно-сосудистой, мочеполовой, выводящей, пищеварительной, иммунной системы, системы видения и слышания и говорения, системы работы мозга, обменных процессов, системы кровоснабжения и вообще здоровья всего тела, всего организма, всей системы, всех функциональных возможностей оздоровления. Вот этот настрой, он в трансовом состоянии, в котором мы сейчас будем находиться, начинает прямо сейчас воплощать поставленные задачи. Поэтому тело расслабим. Ум отдыхает. Нам хорошо, приятно и комфортно. Можно прочувствовать, как вдруг захотели расслабиться кисти рук. И они расслабляются и обретают какую-то легкость, пальцы. Точно так же захотели расслабиться мышцы лица, щеки, губы, лоб, шея. Вдруг захотели расслабиться и расслабились ступни и ног. И мы можем это чувствовать, как процесс расслабления идет. И пока происходит это расслабление, наше подсознание, наше высшее Я начинает воплощать тот настрой, который как команда и прозвучал для нашего подсознания и высшего Я. Процесс воссоздания, процесс восстановления абсолютно хорошего здоровье. Все, что нужно сейчас для здоровья, восстановление его в дыхательной системе, в сердечно-сосудистой, в пищеварительной, в наших суставах, наших конечностей, начиная со ступней ног, суставы пяток, больших пальцев, каждого пальчика, мышц, которые рядом, хорошо обеспечивающих крепкость, обеспечение кровью, кислородом, питание, щиколотки, коленные суставы и все прилегающие, обеспечивающие и помогающие хорошему здоровью суставов. Все это прямо сейчас начинает восстанавливать хорошую работу, вспоминая, как работалось всем этим составляющим. В молодости, в юности. Процесс регенерации тканей, новых клеточек тогда шел легко, весело, бодро. Вот эту веселость, бодрость вспоминает каждая клеточка организма и весь функционал, обеспечивающий это. Бронхи чистые, просторные все трубочки. Легкие, все сосуды, все, что отвечает за легкое, хорошее дыхание, нормальное, приятное, здоровое дыхание, то самое дыхание, которое есть
жизнь. Бронхи, легкие, трахеи, плевра – все абсолютно здоровое. Чтобы дышать хорошо, чтобы объем кислорода был больше, для того, чтобы обеспечивалась каждая клеточка организма кислородом, чтобы происходили нужные процессы в организме, необходимые для того, чтобы здоровье было лучше, хорошим, крепким. Тело расслабляется. Мы погружаемся в состояние транса еще глубже. Самый подходящий для того, чтобы процесс воссоздания здоровья шел наиболее эффективно, быстро и легко, мы погружаемся в оптимально подходящий именно для этого воссоздания, восстановления здоровья, глубину транса. Тело расслаблено, ум отдыхает, и только наш мозг, наше высшее я и подсознание выполняет поставленные задачи. Наш настрой, то есть наша психическая сила, именно дает силу этим процессам. Процессам восстановления, воссоздания нормы, правильности. Для того, чтобы все, что угодно, делать легко, хорошо, в радости, зная, что все в организме здорово. Вот точно так же, как хорошо работает телефон, его система. Вот точно так же, как хорошо работает сейчас компьютер. Чтобы позволить слышать мой голос. Вот точно так же, как хорошо, удобно, приятно и комфортно лежать или сидеть, находясь в этом трансовом состоянии. Все для этого сделано хорошо. Или можно поправить, или лечь удобнее. Вот с той же самой легкостью, понятностью, как лучше идет восстановление всего того, чему нужно восстановиться в идеальное состояние здоровья. Как это было в самые наилучшие годы, когда мы знали, тело знало, подсознание знало, подсознательные уровни знали, что здоровье хорошее. Функционал отличный, замечательный. Можно еще какое-то время побыть в этом трансовом состоянии. Но можно начать и возвращаться в здесь и сейчас, открыв глаза. А можно пока и не открывать, но ощутить в своем теле тонус. Знать, что идет возвращение организма, тела и ума в здесь, сейчас, чтобы полностью ощутить свое тело в тонусе. Возвращаясь в здесь и сейчас, будем чувствовать себя хорошо и зная, что нужные процессы для восстановления хорошего здоровья в тех участках организма, в которых нужно восстановить здоровье, а мозг это знает и сам. Идет восстановление. Хорошо, эффективно, легко. И когда мы будем находиться здесь и сейчас, в состоянии бодрствования, или в состоянии сна, или тоже в состоянии трансовом, эта задача, выраженная нашим настроем, сильным
могучим, которому придана психическая сила. Этот процесс воссоздания здоровья, хорошей работы, хороших процессов, всего того, что было перечислено в начале, и, может быть, даже еще лучше что-то каждый сформулировал, это происходит. И будет происходить это самым эффективным способом. Эффективно, вернее, эффективно и комфортным, приятным способом. Так, чтобы жить было радостнее. Качественно улучшенные уровни жизни, состояние тела обеспечены всеми теми установками, настроем, который мы создали. Все станет хорошо, становясь лучше прямо сейчас. Мы сейчас находимся в состоянии здесь и сейчас, открыли глаза, почувствовали бодрость, тонус в теле. Лучше видим, слышим. Энергетика лучше. Наилучшего всего, наилучшим способом поскорее. С вами была Валентина Мельникова.